Здорово, ёпты, здорово, как пожелать, здорово, как добро, блин. Я маскируюсь, я ж снайпер! Короче, у меня такое предложение. Снайперы должны быть неожиданны! Ничего. А потом... Понимаете? Вот как надо. И вы тоже очень неожиданные, как я вижу. Вы на прошлой серии поставили почти 50 тысяч лайков! Я вижу, вам очень нравятся снайперы, поэтому, если вы хотите стать такими же профессиональными снайперами, как я, то я ожидаю от вас лайкусик прямо сейчас на этот ролик. Если мы сможем повторить наше достижение с прошлой серии и набрать также 50 тысяч лайков, то я вас официально своей снайперской пушкой, которая у меня валяется, я не покажу вам пока, только в следующей серии, если мы наберем лайки, официально посвящу вас в рыцари снайпера, если наберем 50 тысяч лайков. Поэтому набираем лайки, а кто подпишется на канал, тому я приду домой и научу его стрелять снайпики так же, как я это профессионально умею делать. Ставьте лайкусики, подписывайтесь на канал, а мы погнали. Тара-да-дан, пацаны, тара-да-дан. Здорово. Кто уже? Я случайно. Думал, что попалили всю контору, короче, думал, прятался тут. Ага. Кто сейф 5, тот... Кто? Пердулька, или бритый кактус. Бритый кактус? Да, бритый кактус даже тот, кто не сейф 5. А, этот, как, Дебик. Дебик, да, согласен. Пускай будет Дебиком, да. Бритый кактус было обидно, если честно. Почему? Дебик нормально будет. Дебик нормально, да. Дебик, ладно. Согласен? В смысле, почему меня, я не понял? Кто сейф 5 вообще-то, тот Дебик, значит... Кто сейф 5, ну? Значит, они Дебик. Почему это? Кто кого убил? Чё происходит? Ты откуда? Я первый раз вылез, и я сразу умер. Это вообще что за проблема? Да. Я просто выглянул посмотреть, понимаешь? Разведать обстановку. Да, но я тебя уже видел. Это... А, ты меня уже видел. Да, я тебя уже видел. Ага, значит, Эдисон был. Эдисон был на карте в Майнкрафте. А, ну неплохо. Рядом кирпичи, да, так, типа... Да. Что? Кто где? Ты дебил? Кто где... Ага. Я с ним не буду играть больше. Я не понимаю, что за хрень? Это какой-то тотальный... Тотальное уничтожение! Я согласен, пацаш. Короче, честно вам скажу, первый раунд я не юзал никакие читы, но, пацаны, включайте свои читы, подрубайте, давайте. Да пошел ты в жопу. Подрубайте читаки. Я боюсь просто после предыдущего раунда вообще вылазить, я буду просто сидеть. Так что это я? Я даже не вылазил! Я сидел за кирпичом! Ты охренел совсем! Я забанят! Это еще почему? Я даже не вылез еще, я реально даже не всматривался никуда, я просто сидел и смотрел на кирпич. Так я за тебя появился! Ты охренел! Я бежал, ты понимаешь? Я бежал! Я даже и шпышкой еще не пошевелил в этом раунде, ты меня убил! Собака, я не люби его. Игорь. Покажи матушку. Покажи матушку свою. Не надо без этого. За Украину матушку. За Украину. Во-во, Игорь. Согласен, этим согласен. Устрой тут Майдан на карте просто, давай. Где он? Я не понимаю. Ты воин света. Да, я не понимаю. Я не понимаю. Жопа. Так, Игорь, берем коктейли Молотова, короче. Не надо, пожалуйста. Я сейчас взорву тут все нахуй. Не надо, успокойся, пацаны. Тихо. Все. Ой. Я бы сейчас сматерился. Ух, я бы сейчас так сматерился. Смешно. Ну, я не буду. Задрал. В смысле? Сюда иди, падла. Сюда иди. Я тебя уж два раза ударил, сейчас тебя третий как шлёпну! Око! Шлёпнут он. Ну, типа... Так вот! Ну, хорошо!
Жопа, жопа, понимаете? Жопа. Это, что за... подожди, а чё это было вообще, пацаны? Кто мне объяснит? Почему один на меня с... один нож с ножиком на меня спереди бежал, другой сзади? А я как бы вообще видел, как вы сражались и целился, но никто не попал. Я потом понял, что снайперка это не моё, взял нож. Да, не твоё, лучше не бери. Хорошо, сейчас все будет, пацаны. Пацаны, я предлагаю немного помедленнее, понимаете? А какой расчёт? Нам нужно сначала быть более рассудительными, понимаете? А то мы... что-то это... Всё очень быстро, всё очень быстро. Ты считаешь, кто что? Да, 2-1, 2-1, счёт 2-1. Ага, все хорошо, я понял. Неплохо. Я даже это не заметил. Можно я, пожалуйста, еще раз перепрячусь просто? В следующем раунде уже все. Мне кажется, в этой серии как раз таки где-то 5 раундов будет, понимаешь? Замолчал. В смысле? Я говорил, снайперка это не мое. Так, я Эдисона нашел, Эдисон, давай. Беги. Где это же... Я собака три раза пальнул, уже четыре пальнул. Чё так сложно? Почему я не могу попасть? Почему? Потому-то ты не можешь попасть. Пацаны, ну это не считается. 3-1, чё это такое? У меня ролик длится 6 минут где-то. 5! Я как бы понимаю то, что мы записываем в 12 часов ночи, у нас полно просто энергии у всех, да? А мне... Да ты задрал! Ты задрал! Он задрал, я к нему только с ножом подбегаю, он стреляет. Ну, скуп! Второй раз, Эдисон. Нет такой команды, ну ладно. Нет такая команда. Игорь, я честно, я случайно. Я просто развернулся. Все. Успокойся, пожалуйста. Ну все, я сейчас буду мстить. А, за что ты будешь? Не надо мстить. Так, где ведро с лавой? Не-не-не-не-не-не-не, подожди, еще рано, Игорь, еще очень рано. Не надо. Не-не-не-не-не-не, пожалуйста, не надо, Игорь. Не надо. Игорь. Все в порядке. А ты что не слышал, как я... А ты не слышал, как я по тебе стрелял? Слышал, я просто не знал откуда даже. Я прям за тобой бежал. Заметили? Заметили, какая у нас стала атмосфера? Такая. Какая? Ночная. Город Сан-Франциско, город Стилитейско. Да, все верно. Пацаны, кто не знает, счет у нас сейчас 4-2-0. Если что. То есть у меня 4? Нет, у меня 4. Даже как все верно. Да, вы знали, на самом деле на аккаунте Игоря играет Эдис. Да? Да. Специально все построили. Франциско, город. Слишком хорошо играет. Хорошо. Все понятно, все стало. Не, а вообще он нам заплатил. В смысле, чтобы вы подавались мне, да? Да. Мне он заплатил меньше, поэтому я как бы два раза решил выиграть. Ну ты отмазывайся. Ничего страшного. Нормально платить ничего еще. Как ты, Игорь, нормально платишь, а мне что-то вообще не уйдет. В смысле нормально? Игорь, я тебе нормально плачу? Мне вообще никто не платит, может быть, у меня объясните, почему вам... Ну понятно! Да умничался, да? 3-2-2 просто. Какой 3-2-2? И кто выстрелил? Вы что было? Сколько раз он меня без ноузума убил? Просто напишите. Я просто не выкупаю. Я не выкупаю это затеи вообще просто. Ну, пацаны, как бы 5-2-0. Я предлагаю просто ради справедливости и уважения к вам, моим противникам, сделать последний бонусный раунд. И ради уважение! Того, что... Уважение! Он нас расстреливает уже 10 минут. Расстреливает нас просто. Именно расстрел. Уважение! Уважение. Вот. А если бы не было уважения, я бы сказал, идите нафиг, все. А так уважение. А так ради уважения ты нас еще раз расстреляешь. Спасибо, давай. А, ну сейчас посмотрим, кто кого. Вы заметили, пацаны? Второй раунд у нас уже такая атмосферка хорошая. Игорь, ничего ему не отвечаю, предатель. Так, все, просто молчу. А, дебил!
Это где вообще было? Кто был? Я просто вниз. Во-первых, какого? Какого лешего ты меня с одного удара убил, дебил? На! Он меня с одного удара тоже убил. Все, просто. А, ну он нас. А, он же нас не хотел пощадить, типа, он нас не расстреливал, но сейчас просто нас зарезал, типа, нормально. Видишь, Игорь, в этом раунде. В этом раунде я не убил тебя ноу-скопом, хотя была возможность. Уважение. Уважение. Вот это называется дружба и уважение, если вы не знаете. Игорь, ты дебил. Вот здесь какого лешего ты вообще меня убил? Я шо, виноват, что ты попался передо мной, испугался? Пацаны, хорошо, я предлагаю закончить на этом, это безумие. Вообще закончить с рубрикой снайпера. Ну я не знаю, будем ли мы заканчивать с рубрикой снайпера или нет, все зависит от вас, ребята, поэтому пишите в комментариях, хотите вы продолжение, и ставьте лайк, если хотите продолжение обязательно. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Пока.